выстрелу пойму. Так. Ага, все. Остался у нас последний. Это у нас Кардинус. Такой снайпер, наверное. Мы сейчас постараемся с ним разобраться. Какого он там? 26-го, что ли, левела? Или он убил 26-го левела? Вот, я 22-го левела. То есть он, по сути, прокачан лучше. По сути, он сильнее, да? То есть у него зеленые клеточки вот эти все прокачаны. У меня зеленая одна не прокачана, не нашел капсулы. Так, тут падает дроп. И где же он, интересно, может находиться бонус у нас? За выживание. Так, все, парень, ты сам себя спалил. Я теперь знаю, где ты находишься. Конечно, мне лучше сейчас особо не голову свою не светить, потому что если он попадет мне в голову, мне конец. В тело-то еще ладно. Ну, вроде бы, слушай, косой, вроде бы нуб. Поэтому я думаю, что я смогу с ним на ура разобраться. Так, все, я его примерно уже вычислил. Он, да, все, вижу его теперь. Теперь, зараза, тебе конец. Да, ё-моё, главное сейчас не накрылось, чтобы... Так, бегаю аптечку. Ой-ой-ой, дерево тонкое. Так, так, хорошо, оно меня спасает. И... Слушай, вот эта карточка мне понравилась. Конечно, не так много киллов, но это мой первый топ-1 в игре Super People. В новой королевской битве Super People. Невероятно, слушай, охренеть. Вот это было просто зашибенно. Первый топ — это всегда приятно, я тебе так скажу. Давай смотреть повтор. Ух ты, ё-моё. Вот. А у меня, братик. По-моему, тебе конец, парень. Зараза. Так, все нормально, не переживаем. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это что, снайпер, что ли? Нет, это не снайпер, это... АКМист. Опа, иди-ка сюда. Вот так вот сейчас. Зараза, смотри, чуть меня не забрал. Ну и я с тобой прощаюсь на этом повторе. Спасибо за просмотр. И увидимся. Подписывайся на канал, если здесь впервые. До скорого.